Всем привет, ребята, и сегодня мы с вами поиграем с новым модом, на Халка. Да, это новый мод, один из последних модов на Халка, который имеет свои суперспособности. У нас здесь несколько суперспособностей, которые мы с вами сегодня используем. Как вы уже догадались по названию этого видео, мы будем останавливать поезд разными способами. То есть у нас есть эти четыре способности, одна из которых даже бросать камень, и вот эти все остальные способности. Мы с помощью них попробуем сегодня остановить поезд. Наверное, многие, кто из вас видели, что кто-то давно снимал, как остановить поезд с Халком, где они просто берут и просто вот так вот его поднимают, как я сейчас это сделаю с этим автомобилем. Просто берут его и снимают с рельс. Но это, ребята, так я не хочу так останавливать. Я хочу попробовать сегодня его в новом выпуске с новыми суперспособностями. Поэтому сегодня будет намного интереснее, как мне кажется. Намного интереснее, чем в других видео, обычных с этим Халком. Также это видео можете смотреть себе в 4К разрешении, поэтому это качество этого видео намного лучше. Что ж, давайте попробуем остановить его с этими новыми способностями. Ну и давайте я вам их покажу, какие здесь суперспособности новые появились. Одна из этих суперспособностей — это вот эта, которую я сегодня... Самая интересная, пожалуй, это суперспособность — бросать камень. Давайте попробуем бросить камень в эту машину, которая там стоит. Просто берем его вот так вот, вытаскиваем камень и бросаем его туда. Да, ребята. Видите, машинка отлетела, и попробуем сегодня посмотрим, отлетит же таким самым способом и поезд. Следующая суперспособность — это такая, называется Atomic Slam. Давайте посмотрим, как она у нас работает. Я сейчас его на ком-то протестирую. Допустим, на вот этих вот NPC. Вот, видите, они просто падают. Ну, это такое себе, возможно, она не очень. Посмотрим. Кстати, там уже едет поезд. Мы сейчас подождем уже второго, когда рассмотрим все способности. Еще одна суперспособность — это вот это вот. Видите, как он там сжимает руки и все отлетает. Давайте ее протестируем на автомобилях. Посмотрим, как она выглядит. Вот так вот. Просто сплющила его. Повредила максимум, на максимум. И автомобиль отлетел. Такая третья суперспособность. И четвертая суперспособность — Rage Boost. Тоже вот так просто берет. Когда максимальная шкала Халка заполнена, тогда он использует эту суперспособность. И светится таким зеленым. Каким-то лабораторной такой жижей. С лаборатории, где его там и создали. Ну и остальные суперспособности, это вы уже, думаю, что сами знаете. То, что он может неплохо так вот драться. Вот так вот. И даже поднимать тот автомобиль, который он взорвал. Или любой другой автомобиль, который мы с вами подняли только что в начале этого видео. Допустим, даже вот этот фургон может взять вот так вот и поднять. Само собой, я думаю, что многие из вас в курсе, что если он поднимет таким способом поезд, то он его остановит. Но давайте испробуем наши способности, одна из которых — бросание камня, и попробуем бросить камень в наш поезд, который там сейчас будет ехать, и попробуем его таким способом остановить. Сейчас мы его здесь подождем и посмотрим, получится у нас это сделать или нет. Потому что обычные автомобили, как вы видели, они отлетали. Даже если сейчас вот так вот сделать, вытащить камень и бросить, то они, само собой, видите, как далеко улетел прицеп. Но улетит ли таким же способом поезд? Сейчас мы это с вами узнаем, когда дождемся поезда. Так, ну что, поезд уже едет. Я думаю, что можно начинать эту способность тестировать и бросать камни в этот поезд. Так, вытаскиваем камень и бросаем его в поезд. Один бросили? Нет. Второй? Нет, ребята, что-то не работает. Давайте сбоку попробуем вот так вот. Бросим прицеп сбоку. Тоже не работает, эта суперспособность, наверное, слишком слабая для поезда. А ну-ка, давайте вот так бросим туда. Нет, камни — это очень слабо. Давайте попробуем его еще раз попробуем сбить с рельс в начале этого пути. Так, сейчас как только что делали. И вот так вот бросаем камень прямо в центр. Но нет, там уже NPC откинулся, скорее всего, водитель, машинист. Потому что слышно было его крики. Но поезд продолжает ехать. И давайте еще раз тестировать эту способность. Нет, ребята, не получается. Камни не работают.
Да, слишком слабые камни против этого поезда. Но против NPC они, конечно же, работают. Давайте еще раз обгоним поезд и протестируем еще одну способность. Это вот это вот. Atomic Slam. Посмотрим, сойдет ли он с рельс или нет. Давайте где-то прямо здесь это и сделаем с вами. Так, ну что, поезд уже едет. Ну и мы включаем нашу способность. Ничего себе, ребята, все. То есть, да, эта способность намного сильнее, чем этот камень. Вытаскивание камня с земли. Да, ребята, эта способность оказывается намного сильнее, чем бросание камня в поезд. И Atomic Slime смог остановить этот поезд. Да, получилось. И там, кстати, едет еще один. Давайте заодно вот эту способность протестируем, пока он там едет. И попробуем следующий остановить. Так, нет, эта способность не работает, но потому что разве что упереться, и тогда он слетит. Мы с вами не смогли его остановить, потому что, получается, смогли только из-за того, что наш Халк уперся в колею и так его остановил. Но по-другому не получилось. Тоже эта способность получается бесполезной. Пока что только эта способность смогла остановить наш поезд. Ну и последний — это Rage Boost. Давайте пока что это подкидываем подальше, чтобы новый поезд не врезался в эти вагоны. Подкидываем их туда. Ну там их, наверное, слишком много будет. Сколько их там? 4 штуки или сколько? Да, ребята, видите, какой сильный Халк. Само собой, если подойти к поезду и вот так вот поднять вагон, то он его остановит. Но если пробовать такие суперспособности, я считаю, что это намного интересней. Поэтому давайте ждать следующего поезда и посмотрим уже такую четвертую суперспособность — Rage Boost. Видим, шкала Халка уже почти заполнилась. И сейчас будем ее тестировать уже на новом поезде. Надо только его дождаться. Так, ну что, едет наш новый поезд. И его мы пробуем с новой способностью сейчас остановить. Способность Rage Boost. Так, ну что, приближается. Давайте дождемся, пока он хотя бы на пару метров к нам приблизится. И просто включаем эту способность. Да, ребята, ничего себе. Просто взял и остановил его. Ну, конечно же, немножко зафейлился, потому что упал. Да. Просто вот так вот зарычал очень громко, и все. И поезд остановился. Вагоны сошли с рельс, и все готово. То есть тоже работает. Так, ну можно потом еще вот эти вот вагоны вот так вот побросать. Само собой, что стандартные удары намного сильнее, чем такие способности, которые мы с вами только что тестировали. Потому что они такие магические. А удары — это, так сказать, сила, против которой с магией вряд ли что сможет соревноваться. Ну и последний, наверное, еще раз вам покажу, что Халк действительно может остановить поезд, просто его сняв с рельс. Просто сняв с рельс его очередной вагон, как я это сейчас, допустим, сделаю вот здесь, и бросить туда. Что ж, давайте дождемся очередной поезд, и такая последняя суперспособность — просто поднимем его с рельс, снимем его, просто говоря, и отбросим его куда подальше. Так, ну что, едет новый поезд. Я сейчас на рельсы остановиться не буду. Я просто на краю вот так вот подожду и просто его сниму оттуда. Сниму первый главный вагон и остановлю его. Так, ну что. Здесь он, и останавливайся. Готово. Да, у нас получилось, но последние вагоны Халка немножко столкнули, и он упал. Но в любом случае у нас поезд тоже остановился, и мы смогли поднять этот основной вагон поезда. И вот так вот просто его берем и бросаем туда. Просто отлетает. Ну и напоследок я решил еще провести последний такой эксперимент. Просто попробовать поставить вот этот вагон на воду. То есть у нас есть здесь недалеко озеро. Мы сейчас туда с вами направимся и посмотрим, то есть сможет ли этот вагон плавать. Я думаю, что многим было бы интересно это посмотреть. Как он там плавать будет или просто утонет. Так, давайте сюда подойдем, где такое мелководье, и поставим его просто туда. Так, бросим. Так, ну аккуратно туда подбросили. Главное, чтобы его не перевернуть. И сейчас спускаем его на воду, как какую-то лодку. Ребята, не получается. Давайте еще раз его поднимем и как-то уберем с этих камней.
Давайте вот сюда его положим аккуратно. Ну, аккуратно это значит, что бросив, да. И посмотрим, что с ним будет. Так, а ну-ка, ну-ка. Интересно. Так, мы здесь. Да, ребят, он просто взял и утонул. Я думал, что он будет как-то там плавать. Но он, как видите, просто утонул. Интересно было просто посмотреть, сможет ли этот вагон держаться как-то на воде. Но, видите, он просто у нас под воду ушел и все. Ну, можно еще сделать таким образом, взять и поднять его с воды и бросить его еще куда-то подальше. Я думаю, что на этом можно завершать этот новый выпуск с новым Халком. Также смотрите другие видео по игре с модами в GTA 5. Если вам это видео понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр.